Я ходила на работу. Как будто банка краски влила. Нет, это губная помада, просто я немножко увлеклась. Хотела сделать губы посочнее, а вот, ну, как-то вот немножко не рассчитала. Короче, хотите, покажу, что осталось от помады. Вот все, что осталось от помады. Смотрите, отгрызок помады. Просто обгрызок, я ее грызла. Что не сделаешь ради искусства? Эта девочка приходила ко мне на работу устраиваться. Да? Прикольно, прикольно. С няней знакомы давно? Нет. Больно было рожать. Кстати, Юр, ты мне так не отправил для ТикТока видео, как мы хотели с тобой. Брови докрась. Не знаю, не хочу пока. Я хочу свои натуральные брови, блин. Секретарши. Ну, неплохо. Какой попец-то у секретарши. Отличный попец, Юр. Арина, привет. Привет. Рожать, конечно, больно. Да, больно. А, все, завтра. Я Маша Королева. Привет. Без ресниц ты красотка. Ну вот, все, больше не буду делать ресницы. Выше был вопрос насчет доверия к няне. Сразу ли она появилась? Нет, не сразу. Я в рил залью, тебя отмечу. Хорошо, хорошо. Все отлично, отлично. Интересно, какое там видео? Нормальное хоть? А то мне таким образом вообще нормальный мужик никогда в жизни не выберет. Не, хотя мне нужен мужчина с юмором. Вот, еще отца ребенку. Вот, поэтому, если у кого-то есть кандидатура, скажите, я ищу отца ребенку. Вот. Будущего мужа, отца ребенка. Как вибратор. Ну, завтра я вам расскажу более подробно, что да как. Что главное во мне? Душа. Да, душа во мне главная. Да точно. У меня их две. Вот есть спереди душа и сзади душа. Найдется и тот, кто оценит и поржет вместе с тобой. Ой, дай бог. Праздновать Новый год будешь с друзьями или дома? А, ну, я с родными буду праздновать, с няней. Блин, что у меня чешется от помады? Щека, это нормально? Видос про душу. Видос про душу. Мы снимали с собой видос про душу. Мы с собой два видео снимали, разве? Провибрирую красоту, но с родными, с няней, да. Ну, с мамой, с няней, да. Ты необычная, ты такая, какая есть. Зачем прогибаться под других? Хорошо. Что ты ценишь во мне? А, да, мы снимали. Точно. А как мы снимали? Я забыла, представляешь, вот у меня такая память. Блин, капец, представляете себе? А когда распаковка будет скоро? Да, вообще, представляешь, у меня память какая? Юра, вот так вот, знаешь, не будем с тобой общаться неделю, я тебя и забуду. Ну, так вот, Юрка. Такая я вот непостоянная баба. Так, про писюн уже было. Было. Где Маркус? Ирина Зою. Маркус? Какой Маркус?
что за прикид? Вообще-то Хэллоуин на дворе, здрасте. Кстати, через 2 недели у меня будет столько же подписчиков, как и у тебя. В смысле? А ты можешь сделать так, чтобы у меня тоже было? Пожалуйста. Юр, по-братски. Ну, чё, ну писюлечку мне. Мне 50 тысяч хватит. Ну реально писюрик. Ну пожалуйста. Мне писюрика хватит. Ты делай себе сколько хочешь. Я хочу писюрик. Ну я столько видео с тобой выложила, как бы ты уже знаешь, ну как бы это такое, как бы, ну. Можно и писюрок нагнать. Но таких живых. Хорошеньких. Хотя мне и вот моих достаточно. Я своих подписчиков тоже очень сильно люблю. Но мне хочется еще аудитории. Мне хочется больше, больше. Юра. Не уходи от ответа. Прием, прием, это Света. Мы гивэй взяли. Вы гивэй взяли? Ну, неплохо. Вы тоже тебя люблю. Юра! Но у меня-то тоже можно было со мной поделиться. Что это такое? Я, между прочим, вот тебя пиарю, как бы. Юрка, я тоже в бизнесе. Нам с тобой еще клип снимать. Не забывай. Мы же будем снимать клип или не будем снимать клип? Или это все было на это? Это все был обман. А где ногти? Нет ногтей. Да, Яна, сделай мне чай, пожалуйста! Как я тебя в гивэй добавлю? Ну все, Юрка, придется тебе меня в сторисах теперь отмечать конкретно, причем. Чтобы хотя бы писюрик у меня был. Еще плюс 50. Блин, я хочу к Новому году 200 закрыть. Селен, это первый трек. Клип будет 100%. Все! Я жду. Я и все. И все. Я, короче, жду. Я жду. Я готова. Я готова. Как раз у тебя уже будет 200 подписчиков. И я такая на-на-на. В клип залетел. От меня отметил. И вот плюс 50. Ребятки, скоро мы будем с вами праздновать плюс 150. Так что... Скоро меня увидеть на всех плакатах и билбордах страны. Выпустим второй и будем смотреть, на какой из них записать клип. В смысле? Что еще ты будешь думать? Выпустим второй и будем смотреть, на какой из них записать клип. В смысле? То есть еще не факт, что типа запишете на первой? Шутишь, 200, бери выше. А, ну ладно, хорошо. Все, ребятки, ребятки, мои дорогие подписчики, которые уже у меня есть, мои родные, моя хорошая, моя верная аудитория, мои любименькие, не думайте, что я вас променяла на новеньких. Нет, мои хорошенькие, просто я стремлюсь стать звездой. Я хочу стать богиней шоу-бизнеса. Это вот прям, ну, мечта из мечтов, вот. Мечта из моих мечтов, и чтобы эта мечта сбылась, нам нужно двигаться только вверх. Трек гораздо круче. Ну, круче, ну, круче. А вот как бы сниматься-то, кто там будет сниматься? Здрасте, мордасти. Я, между прочим, уже попу качаю для этого трека. Ну, ладно, говорила, не обижаться. Не обижайтесь на меня! Не надо не обижаться. Аполлона поздравила с днем рождения? Да. Селена, помаду смой, раздражение будет. Ой.
Тебя зовут на какие-то съемки? На какие-то, да. Вот была недавно на каких-то съемках. Там что-то про попу пели. Какой-то вот исполнитель малоизвестный. Ну вот. Спели неплохо. Неплохо, да. До сих пор позорюсь. Шучу. Привет, у меня из-за карантина накрылся мой клип на мой трек. Блин, это печально. Я надеюсь, что локдаун скоро снимут, и все у тебя будет хорошо. Ты снимешь свой крутой клип. Селен, на съемке новый клип. Конечно, пойду! Спрашиваешь? Позориться так до конца. Конечно, иду. Беззаговорочно. У меня теперь няня есть, с ребенком посидеть есть кому. Так что все четко. Я не пойду, я полечу. Будет ли еще выпуск с тобой на самом деле? Да, на Первом канале-то да, должен быть. Привет, привет. Так что, Юрка, мне очень бабки нужны. Мне нужно долги закрывать и тачку свою выкупать скорее. У меня тачка стоит на штрафстоянке. Поэтому я на все тяжкие сейчас готова. Сначала попозорюсь, а потом, как все звезды, стану примерной женщиной, семьянинкой. Вот. А что, все позорятся, все проходят через... Сейчас смотри, как у них все хорошо. Нормально, так попозорилась, потом такая вышла перед публикой, извинилась, сказала, извините, мол, обстоятельства заставляли меня прогнуться. Но сейчас у меня все прекрасно, все хорошо, у меня прекрасная семья, муж, дети. И мне больше не приходится позориться, поэтому все те, кто меня зовет на какие-то позорненькие роли, идите в опу. Но это пока что не сейчас. Пока что у меня путь позора. Но меня вполне устраивает, все хорошо. Благодаря этому я все-таки покупаю своему сыну одежду, оплачиваю няню, покупаю себе там свет для лампы тусклый. Но сейчас не тусклый, вот. Что я несу, просто с ума сошла. Вот. Личная жизнь подождет. Конечно, мужчины, они все-таки немножко пугаются пока что моего поведения. Пугаются, конечно, приличные мужчины. Но что поделать, что поделать? Что поделать? Стану звездой и сама себе мужика куплю. Селена, что с тобой? За контр заехала случайно. Ладно, все. Не, на самом деле, мне нравится один мужик. Мне нравится безумно один мужик. Мне нравится безумно один мужик. Но он из интеллигентнейшей семьи. И меня везде отмечают. Ну, это про что, Юр? Подожди. За видео 250 тысяч... За 3 видео 250 тысяч. В смысле, ты мне платишь? Что-то упустила. Подождите, я какие-то бабки крупные... Я какую-то сделку крупную только что пропустила. Отвалите от Юрия! Руки прочь от Юрия! Никто не пишет... Никто не пишет Юре вообще. Забудьте его инстаграм-адрес. Не писать вообще этому человеку никогда. С Юрой работаю только я. Узнаю, что кто-то роет под меня и переходит мне дорогу, перегрызу глотку. Сидеть смирно. Сначала я становлюсь звездой, потом все остальные. Все. Эту дорожку лучше мне не переходить. Извините, мне очень нужно. Вот. У меня машина штрафстоянки и незакрытые кредиты.
Так что не переходим мне дорожку и, короче, к Юре свой носик не суем. Подождите, ага. А то сейчас вот такие проворливые. Вам кусок мяса кинь, вы его раздерете в разные стороны. Юра, открывай сейф, мы идем. То сейчас мне тут Юрку, ага, Юрку спугнете мне тут. Сейчас тебе тут табун повалит еще, писать тебе, написывать будет. Нас про еду все, не про клипы. Ладно, доброй ночи. Доброй ночи, жене привет. Юра, хотя женат. Обожаю твою жену, передай ей, целую ее в щеку. Заткнись уже. В смысле заткнись? Вообще-то я нахожусь на своем эфире. Как я там могу заткнуться? ЮФСД. Привет, привет. Тебе тоже привет. Она рядом смотрит тебя. Моя хорошенькая, моя драгусенькая, моя пупусенькая. Чтобы у тебя все получилось, все было хорошо. Ты лучшая. Му-му-му. Барри Гишель, что? Ты классная, спасибо. Почему ты кажешься нечистоплотной? В смысле? Я очень даже чистоплотная. Это я просто сегодня вымазалась в помаде. Это просто сегодня я такая. Почему про меня люди думают, что я... Почему люди думают про меня, что я грязная? Нечистоплотная. Я же не такая. Так, Селен, кто отец твоего ребенка? Пора бы уже рассказать все. Да ты что? Еще рано. Интересно, с тобой, блядь, ты естественно. Селена. Фу, бля, я пошла. В смысле, а ты пошла? Никуда не уходи. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим. Куда ты пошла? Я тебя никуда еще не отпускала. Ай-яй-яй, нет-нет-нет, рабочий день не закончен. Сидеть до конца эфира. Не-не-не. Судя по твоей кровати, ты очень грязная. Уже год не меняла постельное. А может, у меня два таких одинаковых постельных? У меня, между прочим, два таких одинаковых постельных. Я меняла постельное белье. Оно зачесался. А, Сия, ты уже снималась в клипе другой песни? Нет. А когда все расскажешь? Скоро. Где брови? На месте. Сейчас первым канал пойдет, пора контракт рассказывать. Не могу. Селена, может, да, у домовских попросишь, чтобы... Нет. Брови смылись, ну, корочки сошли, собственно. Все будет хорошо, согласна. Сколько губнушка стоит? Не знаю. У меня старая лежала какая-то. Юра, жена не просит? Его жена сама толкает его в эти клипы. Добавились до чистоты самые... Ребят, у меня все чисто. У меня все чисто, ребят, не переживайте, я сплю на чистом. Селена, у тебя перхоть. У меня нету перхоти. Где у меня перхоть? Красотка. Согласна. Хэллоуин же, потому и волосы такие. Зачем писать, что они грязные? Иди обратно в дом 2. Я не хочу в дом 2. Блин, у меня чешется лицо, а у меня руки все в помаде. Восхищаюсь твоей откровенностью. И вас спасибо. Перхоть. Да сама ты перхоть, блин.
Думала, ты жена Юры. Да, конечно. Так, подождите. Так, все, ребятки. Я думаю, нам пора с вами заканчивать наш с вами прекрасный эфир. Член, ты лучше. Это не эта маска с блёстками. У меня нет перхоти, кстати. Ой, присела посмотреть мультики. Ладно, ребятки, я вас всех целую. Спасибо большое за эфир. Даяна, ты сделала чай мне? Не сделала? Да. Даяна не сделала мне чай. А я ее просила. Не в эфир, я в эфир, что кричала. Даяна, сделала, пожалуйста, даже пожалуйста, сказала чай. Да? Да. Не слышала. Вот так вот игнор. Ладно, мои хорошие. Я же поставила, но я поставила. Я тоже хотела чай. Сейчас сделаю, вдвоем попьем. Ты классная. Спасибо, UFSSD. Мне это очень приятно. Все, всем пока. Вот сейчас точно пока. Всех люблю, всех целую. Спасибо большое, что пришли ко мне на эфир.